Так, купил видеокарту. За баснословную сумму денег. И то БУ. Божились, что ни в майнинской ферме не стояло. Ну, дело не в этом. Я просто вспоминаю свой первый компьютер. Так вот, у него корпус был вот такого размера. Корпус всего компьютера. Это был Pentium какой-то. Ну, то есть, по вот этим габаритам. Тут он был чуть толще, допустим, вот такой. Но вот такого размерчика был корпус. Надо же, сейчас такого размера видеокарта. Ой-ё-моё. Нифига себе, да блин, она весит тяжелее, чем силикатный кирпич. Вот такая вот хренопофигобина. А корпус сейчас для нее нужен вот такой. Немного напоминает маленький холодильник. Я недавно покупал холодильник маленький. Так вот, он был такого же размера, блин, как корпус сейчас. Как маленький холодильник. А, ну да, я ее так не смогу достать. Она будет ее на опрокид. По-другому никак. Такой вот аквариум с двумя вентиляторами. А здесь что? Для вентиляции. Ну, в общем-то, вот такая вот штуковина для нынешних оборотов.